Сейчас будет вылазить. Ой. Вот это вон, красавец. А да, вот это что видно, да? Да, вот это вон. Это Юпитер. Юпитер. А подожди, на какую сторону он у нас? На. Сейчас юго-восток. Его. А он, видите, спутник рядом с ним. Да. Блестит. А, вот это разделяется, да? Да, вот это Галилеевый спутник. Их там 4 штучки, сейчас будет все видно. Вот это оно так бежит по небосводу. 17 июня 2019 год. Харьков, 21:50 по Киеву. Вон, вылезает следующее. Ага. Вот это справа, это Ива. Левее Юпитера получается. Европа, потом Ганимед, вот это. Где Ганимед? Вот это вот, вот это вот. Вот это маленький-то. Да. Ну и тут сейчас, если будет видно, еще. А это что такие? А я думала, что-то построить дороги или что-то. Ну да, ага. 10 часов вечера. Так я думаю, что такое? Да нет, это охота пуще неволи. Нет бы спать перед сменой. Так я вот это вторую ночь уже. Куролесюсь тут. Полнолуние же он еще у нас. Тут все совпало. И погода, видите, какая у нас. Да, на одну облачку. Сейчас на Луну посмотрим. Вчера Юпитер вообще в 1 градусе от Луны был. Так, я стал. Так, а сошел, слушайте. А? А то, что посреди. Вот это Луна. Сейчас на нее поближе наведемся. Так, осторожно, так, чтобы я штативом не зацепилась. Я же не трогаю вас. Чтобы я вас не трогал. Да. Ой, смотри как. Ага. Слушай, видно и рельеф какой-то там, да? Да там, если бы... Сейчас, если Армстронга не забрали в 60-х, так сейчас увидим его. Со всеми инопланетянами. Бачите, как швидко рухается по небосводу. Вот это как... Ой, слушай, она уже все уходит, да? Да, вот это она так быстро идет. А так вроде на месте, правда? Ну так, это ж приближение тут. 83 крата. Только оптически. Это как называется? Что? Как называется? Фотоаппарат? Это фотоаппарат. Фотоаппарат? Да. Nikon Coolpix P900. Ну, это ультразум, который как раз на приближение и работает. То есть в нем одно достоинство, он классно. Сейчас Сатурн вылезет, кольца Сатурна можно будет поснимать. Так что, когда на Луну высадится, можно будет за этим следить. Ой, прямо. И это вы это и сразу фотографируете или что? Это видео записывается, а я потом в YouTube выкладываю. А-а-а. Вот эти что, в YouTube вот эти фотографии. Ну, можно такие, это да? Видео посмотреть. И вас будет слышно, и меня будет слышно. О, Господи. Так что. Вы попали в YouTube, по крайней мере, аудиоверсия ваша. Вон кратер какой мощнецкий. Где? Ну вон здоровое это пятно, это ж кратер. Он 83 километра в диаметре на самом деле. На Луне? Да, вот этот. Сколько там той Луны 83 километра? Сколько там той Луны? Вот это я не скажу. Знаю, что сейчас забыл. Не, ну я говорю, Луна ж на это. Слушай, вот как смотришь, вот как я всегда с детства смотрела вот так на Луну, да? И как будто глаза, и нос, и рот, вот она ну, так да, смотрит, да? Вот эти все кратеры. Называется пареидолия, когда человек видит в каких-то хаотических рисунках какие-то знакомые образы. Ну и в облаках, вот смотри, смотри как вот. Вот глаза, вот, да, да. И нос, и рот, все. Ну это ж как тесты Роршаха, слышали про такие? Что смотришь на картинки, там видишь либо бабочек, либо драконов. А в зависимости от того, что ты там видишь, определяют, псих ты или
Не вполне. Я с детства смотрела и думаю, вот смотри. Ну, конечно, да. Облака, белогривые лошадки. Ну, да. Не, я вот на Луну смотрела, я говорю, с детства, а сейчас уже ни черта не вижу. Это не только у нас. О, англичане, американцы говорят, man on the moon, человек на Луне. Ну, когда его сильно приближаешь, конечно, личико у него размазывается. Да, размазывается. А так как будто вот, смотри, идет, все время уходит, да? Ну, конечно, она сейчас подниматься будет до часу ночи, подниматься. Сейчас оттуда за горизонта Сатурн вылезет. Ой, ладно, побежала я. Давайте, да, счастливо. Удачи вам. Взаимно. Так, где у нас? Вот уже он совсем рядышком, наш Юпитер. Все, не наведется уже, да? И тоже убегает, как голуба. Стремится вверх. Ну ты посмотри. Трещит как трактор, а толку никакого. Так мы и Сатурна с фокусировками такими дождемся. Вот поэтому всегда начинаю с Юпитера. Уже навелся, настроился. Ну, там уже и спутники должны быть видны. Ну вот, наконец-то. Долго ж ты меня мурыжил. Вот как они в рядочек все. Красавцы. Двадцать 1:59. Опять я что-то четвертого не вижу.
Нет уже ветра, что ты трясешься? Надо же, ну Калиста опять. А, вон он мерцает. Ну такое мерцание, что может даже на экране компьютера и видно не будет. Ну ладно, в час ночи еще выйду поснимаю. Он тогда повыше будет. Атмосферные помехи будут поменьше. Так, еще раз слетаем на Луну. Потом повторим запись уже без комментариев. Красавица. Без лекции. Псевдонаучник. А сколько же Луна? Вот это я, конечно, оплошал. Вылетела из головы цифра. Диаметр Луны. По-моему, 3000 километров. Все, ушли. Да, ну, малейшее движение, и все, и мы улетели. Красота. июня 2019 года, Харьков, 22:02 по Киеву, полнолуние. Будем завершаться.